Еще одна котельная в Люберцах готова к зиме. В рамках подготовки к отопительному периоду объект проинспектировал исполняющий обязанности главы Владимир Волков. Подробности у моих коллег. Котельная по улице 8 марта обслуживает 5 домов. 4 года назад объект реконструировали. Здание отремонтировали, оборудование заменили полностью. Это котельная прошлый, позапрошлый год мы не останавливали на профилактический ремонт в связи с тем, что оборудование новое. Ну и не видели смысла для того, чтобы люди постоянно получали ресурсы в виде горячей воды. Котлы и горелки немецкого производства. Главный инженер Люберецкой теплосети Андрей Хлопутин рапортует. Все новое, все работает исправно. Мы стремимся к тому, чтобы следующие подготовительные этапы 2023 года, 2024 снизить сокращение количества отключаемых дней. То есть, если это раньше было 3 недели, сейчас многие котельные у нас переходят на двухнедельное обслуживание. Где-то это 10 дней. Конечно же, эти сроки максимально нужно сокращать. Эту котельную остановят всего на одни сутки. Необходимо провести гидравлические испытания тепловых сетей и ряд регламентных работ. На сегодняшний день здесь у нас работает сварочная бригада, готовит заготовки для того, чтобы в момент проведения гидравлических испытаний и после этого заменить краны на воздушных трубопроводах, на линиях воздушного удаления воздуха с трубопровода. После модернизации тепловая мощность котельной была увеличена в 2 раза, до 4,6 гигакалорий. И это без увеличения потребления газа. Рядом строится многоэтажный дом и медицинский центр. Дополнительная мощность будет направлена на эти объекты. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.